Дораму Слава смотрели? Посмотрите. Как говорил Лоджи Будда, да я очкарик, но я богатый. Да я с андроидом, но я богатый, я вот так скажу. Когда Воронеж, когда Трикстер организует мне... Кстати, первая часть Гоку мне больше понравилась. Это, блядь, из-за света. Когда свет в комнате есть, он не лагает. Я не знаю, это какой-то прикол, короче, этого Самсунга. Себя показать? Я не могу себя показать, я усатый сегодня. Новый телефон, это не iPhone. Yes. Буду теплые отношения. Да, в порядке. В Ростов поедешь? Да хоть на край света поеду. Боевик исполни по-братски, исполню. Че, долго еще работать в эти пластики? Ну, сейчас Руси хотел рэпа навалить. Сейчас Русик рэп запишет, и можно, ну, мы с ним уроним. Давайте быстрее. Ну, работает сейчас бит. То я готов на рэп, нахуй я спал весь день, нахуй. Ты еще утром работал? А? Что утром делают? Днем делал. Я утром трека 3-4 записал. Камеру убери, бля! Ну что ты как алкоголик, ты ебаный. Ну, блядь, что это было? Я проснулся в 10. Буду писать рэп. А ты так не можешь. А ты не будешь. А, компьютер оккупирован. Тебе пора в универ, сожалею тебе. А ты ходишь в институт и играешь в рэп-игру? Куда кушаешь метадоновая программа? Ты почти присел на иглу? Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Печень отвалилась, нехуй больше делать. Если сходишь ты к врачу, он поставит тебе рак, рак, рак. Кажется, тебя кто-то крабит. Анальные свечки, гэнг. Не знаю, братан, у нас другой гэнг, у нас prescription гэнг. Зазнался? Куда куша он зазнался? Почему он так не любит своих фанов? Это чё ему по фану? Чё за, бля, рубашка? С 1 сентября какашка? Хе-хе! Рвать на битах, рвать на битах! Это мне ее подарили. Так что это, футболка или рубашка? Это что, называется идиот? Ты не знаешь, что такое футболка? Смотри. В смысле, футболка вот у меня нахуй. А, нихуя. Вот именно ты спрашиваешь, что это рубашка или футболка? Шрифт охуенный, ну, GTA Vice City. У тебя пуговиц нету. Шрифт из GTA Vice City. Ичин, да, ичин. Хули ты чешешься, блядь? Не, ну хорошо, то есть это рубашка? Ичин. Это рубашка? А? Это рубашка? Это поло. По факту это long sleeve с поло, нахуй. Ну поло это. Поло это, усредненный мир. Ну тут воротник добавляет. Русский, я понимаю, конечно, что ты... Общаешься с Бен Мел? Ну не особо общаюсь, но знакомый, да. Откуда ты знаешь? Ты не сам говорил. Да, 20 лет, говорит, чёрт. Я темп же поменял. Я понял. Ну, заряд тут. Вот он мне ее подарил. Все вопросы к нему. А почему заряд мне ее не подарил? Потому что я что, лох, блядь, или лысый? Окунь? Я лысый. Я что, блядь, окунь, нахуй? Что с телевизором? Телевизор новый, большой, рабочий. Что вы с этим телеком доебались? Вам, блядь, прикололи, а вы во все верите. Может, вы нахуй первый канал еще посмотрите? Так они верят. Ну там похуй, да. Малахов сказал, что нам терпел 10. Как там коммент написано? Стерпел 10.
Покажи усы, Юра. Да ну нахуй, блядь. Когда... Да пошел ты нахуй. Я сплю под таблетками. Я сплю под таблетками. Когда фитца 163. Ну а как бы? Я Детройт не умею делать. Завтра будет. Айфон не уважаешь? Уважаю последние айфоны. Я просто на дараме, на дарам стиле, дарами стиле. Почему запрос на прямую часть, если я даже на активную? Юра, планируешь фитц бэдмела? Да бля, парни, типа, как объяснить-то? Ну, послушайте разные песни стили. Их, да, типа, как я могу, блин... Там будут читать The Gang Shit, и... а я своим голоском буду, что я там скажу. Я вуалирую все это. Когда с Айси Бэнда в трезвость вытянешь, он там со всем миром забифит скоро, лол. Я не мама, не папа, я никого учить не буду. Фитц Биг Ди планируется, да как-то знаешь, не хотелось бы. Фитц Марка 9. Какой-то очень умный человек. Скажи, я его маму ебал. Вот я куда кушаю. Ты что сказал, фит или пиф? Фитц Биг Ди. Я твою маму ебал, я твоего отца ебал. Вот да, это же получается, ну как бы... Не надо так шутить, что это? Мы даже... Ты мне что, смерти желаешь? Мы этого человека побили, окей. Никто его не... ему никто не желал. Никто не желал. А ты ебаная сука, как твоя мама. Это куда кушать, сказал, если ты хочешь меня догнать. Так сказал я. Догнать? Да, это такое есть выражение. Ладно. Не знаю, я, если честно, умело слышу такой вот гэнг-шит. Ну и... Он мне не предлагал, я как бы сам не могу представить, если будет какая-то демка, мне скажут, Юрец, зацени это, без проблем. Это плаг? Да, он тебе сделал вообще пиздец плаг, да. Охуевший, как у Тексика, прям вообще крутой. Это он же, да? Сделай на больших колонках, разожми кнопку. Вообще разъебка. Да, вот такой спокойный, чуть-чуть. Да я уже понял. Здесь флаг, как бы он любит деньги. Я ее флаг, но она любит деньги. Любит деньги так же, как я. У меня есть этот, да. Тут все в гараже, могу сделать на фоне них селфи. Пацаны, не дрейфьте. Это не водные, это инсталляция вам показалась. Дефор! Хуйню неси. Дефор, дефор. Если молодые ребят делают в твоем стиле, то можно уже, или они байтеры? Если они проявляют уважение, то можно. Если они говорят, что они это придумали, то пошли они нахуй. А я должен начать. Закинь просто биты. Все, ребята, давайте. Да ладно, я первый.